Доброе утро, мои дорогие. Вот пока нас не было 3 дня, видите, что уже творится? И листочки, и плоды на инжире. Правильно, а что? Сразу раз, да и все. А это что за инжир? Егор, ну ты не помнишь, что ли, совсем? Гранат он позже, только-только вот. Листочки чуть-чуть проклевываются. Ну вот и виноград. Сила. Красота. Ну вот огромное огорчение у меня. Вот этот персик. Вот у него. Цвел он на листочке только вот на этой ветке. А там все засохло. Говорил мне Витя давно уже, что их надо спилить. Они старые. И это тоже половина сухие ветки. Ну, что теперь пилить? Скоро зацветут. Ой, работы сколько, все вот это надо выдирать. Уже траву косить надо. Надо звонить, кого-то вызывать, траву косить, потому что Витя не может, болеет. Никак после операции не очухается. Друг-то мой сердешный. Хурма листочки тоже дала. Перегною купили. Вон сколько. Что-то мы с этими поездками много чего еще не посадили. Да и просто вот физически времени не хватает. Мои золотые, вы не обижайтесь на меня, что я там, ну так, ну не отвечаю. Нет, стараюсь отвечать, ну так обычно только поставлю такие лайки, да и все. Ну нет времени, нету. Дети, поездки, съемка, ну просто вот, правда, физически не успеваю. Не обижайтесь на меня. Лето сумасшедшее время в Крыму, да вообще на югах. Еще даже у меня только помидоры посажены и все. Писать будем осенью, зимой, когда времени будет много свободного. Но я читаю. Вон, видите, что творится? Вон. Видите, трава какая выросла? Вон, что делается? Белье не повесить, не подойти. Так что пока времени у меня нету, мои хорошие. Это же такое оружие. О, собрались люди на первомайскую демонстрацию. У меня проблема в том, мои дорогие, что Саша выкладывает по одному видео в день, а снимаю я гораздо больше. И получается, что это вы дня через 2 только увидите. Я
Я на демонстрации не была с юных лет. Не знаю, сколько мне было последний раз. Вот и все, дорогие товарищи. Что-то я думала, как-то там предприятие, полиция, там что-то будут идти. Нет. А что тут предприятие-то остался один молокозавод? Да. Вот и все. Да, вот мне как-то странно. Школы не идут, да? Да. Раньше школы ходили там. Я думала, милиция, пожар. Ну, я тоже. МЧС, да. Что-то мне раз. Вот и все. Да. Может, сейчас митинг там будет? Не знаю. Все на цыганский рынок, товарищи. Сегодня же среда. Да. Мы так на цыганский рынок сейчас пойдем. Может, рассады какой-нибудь купим. Земли много. Да, земли много. Ничего, разгуливается погода, а то прям с утра было совсем как-то. Вот они, оказывается, как ходят в демонстрации. Повернули все. И сейчас вокруг и опять туда придут, к Дому культуры. И будет концерт. Но мы как-то решили обойтись сегодня без концерта. Вон какая сирень цветет. Бабушка наломала себе сирени. Уже розочка цветет маленькая. Вот где весь народ-то. Совсем не на демонстрации. И Руся, надо посмотреть, что нам надо подумать. Картошка молодая. Как я в груди заняла. Купили рассаду. Чего вы, помидорчиков взяли? Да, получили. Я
кого-то разбирают прям, да. А у кого-то... Или это стадное чувство? Ну да. Все в одну очередь. Не понимаю. Что, может, где-нибудь в тенечек встанете? А? У вас без пирамиды стоит. Давай. Держи. Нет, пошла за цементом-то. Кто зачем? А я за цементом. Как всегда, ничего не надо было. Так, ладно, сейчас домой. Так, а где дети-то наши? А, вон они идут. Сейчас домой поедем. Егорка! Вон Егорке шапку купили с большими полями, чтобы не обгорал. Так что всех с праздником! Через 2 дня выйдет видео. Ой, как она пахнет. Скоро уже отцветет. Так жалко, недолго вся эта красота. Они добудутся. Это же большой уровень.